Привет, друзья рыболовы! Сегодня мы рыбачим на реке Амур на локации Сазани Нагул. И я вам покажу, как открыть локацию озера Светлое. Она у меня уже открыта. Одной из рыб, необходимой для вылова, является жерех плоскоголовый. Ловлю я его на ложку, колебалку крупную. Забрасываю приблизительно 225 градусов в сторону. На противоположном берегу есть поросли камыша, в дальний край этих камышей целюсь и тащим поверху нашу блесну. По описанию подсказчика ловится жерех плоскоголовый весь световой день, но реально поймать его можно только на заре, утренней или вечерней. Я сколько ловил в дневное время, в полдень, так одного и не удалось поймать, вообще ни одного. Вот только утром, либо вечером на ложку золотистую, желтую, чтобы не было прилова. Ловите как я, и вы обязательно поймаете, а может быть даже и больше.